Ники за рулем. Дурной. А я заехал. Ты что, третий включил? Третий. Вот этот псих, Руслан. Нормально идем. Обезьяна управляет моей машиной какая-то. Давай! Руслан, висмикуй кільце і кидай. Кум Руслан висмикнув кільце і кинув. Пролунав оглушливий вибух і лишилися ми вдвох. Я і фура з москалями на дорозі. Витя говорит, надоело уже рулить, я, моя, мой я выход. Уже все, я... Измотан, да? Да. Все. Мой выход. Кончилось. Назад, нет. Поехали назад. Будущее. Опа. Сцепление слева. Газ справа. Форма справа. Как он едет, на холостых тронулся. Вообще просто ракета, а не машина. Что, погнали? Блин, без зеркала, конечно, не очень удобно. Давайте, камеру прячь, я банан купил. Не, он умеет, у него две руки. А банан? А, банан, да. Сейчас, тут банан предлагают. Еще ж колено есть. Едем, банан едим. Блин, как у вас шикарно идет. Мы на полном приводе, я надеюсь. Ну, правильно. На заднем удобнее даже. Куда-то они в поле целятся. Чего? Мы там кого-то встретим. Вот тут намело, слышь. Жесть. Вот это населенный пункт Пи. В котором мы дрифтили. И пытались снести заправку очередную. Блин, жестяк, конечно. Мне, ну, приятно ехать. Такая брутальная машина. Я как-то уже отвык от такой. Но у меня все равно неполноценный УАЗ. Такой немного в тюнинге. От УАЗа только будка и рама осталась. Блин, очень жестко. Что-то подвеска или колеса перекачаны. Нормально идем. Четвертую включил и просто едем, и все. Очень легко. Блин, тут жесткие места. Вон Андрюха пробил. Куда-то мы влево уходим за носом. Так, там пошла жара полная. Пошел. 80-ка как-то долго пробивалась. Подожди, Руся, давай пропустим. Давай. Леня пошел. Там смотри, ходом залетают. Короче, тут вход самый тяжелый. Можно. Руслан, можешь я сюда? На, держи телефон. Машина жесткая вообще, просто ракета. Oh!
який за рулем? Дурной. А я заехал. Ты что, третью включил? Третью включил. Вот этот псих, Руслан. Нормально идем. С ума сойти. Обезьяна управляет моей машиной какая-то. Шаттл летит вперед. Третью включил. Сейчас мы еще на танкового бородача говорим. Кто на танкового не едет, то слабак. Кто ебался? Леня. А, не, ну я не Леня. Я с тобой молился, бородачу. Ты че? Нет, на третьей вообще Леня не пойдет. Хороший мотор. Посчитанная машина, вот он все равно легкий блок применил. У него под ногами все время путается. Там рэндж подзалип. Это тот справа армир жищего появили. Рус. Рус. Что ты творишь, Рус? Это беспредел, Рус. Это беспредельщина просто. Режем нормально. Чуть не проехали. Андрей, что там? Что-то там жесть какая-то. Блин, да? Надо было ходом туда нужно идти, да? Да ты что, мы тут, ты что? Сейчас я колеса посмотрю, как это можно ровно поставить. Что там, жопа? Да, перемет и попал. Ну, жопа будет первым трем, потом дальше поедет. Скажи, что застряли. Садись, буду толкать. Да, давай. Застрял я, ёлки-палки, хотел резануть. Но тут резанул нормально. Красиво как. Давай назад. Да, вправо руль надо, Витя. Вправо надо выровняться. Ну да, тут залетел глубоковато. И горка еще. Вправо руль не крутнешь? Давай. Леня! Болт Уберович сел лично за руль. Подровняй колеса, ровно руль, Витя. Вправо чуть-чуть надо руль. Давай! Давай вперед! Вперед давай попробуем! Немного вперед! Давай, трос! Давай вперед еще! Да, вперед, вперед давай! Подожди! Давай! Руль ровно, нормально, чуть-чуть вправо. Хорош. Стой. Если вытолкаешь, дам конфету, давай, дубась. Кто это? Отец Павло. Ты выталкивай. Это ты. Блядь, не влазит, меня ты, все, хуй тебе, не конфета. Раскатывай щеку, блядь. Какой ты красивый Дед Мороз. Давай влево вперед, Витя. Влево вперед. Подожди. Подожди, влево надо только. Давай, пошли. Ha, ha, ha.
Газу, 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 пошел. Почти. Блин, как он едет. Давай, вперед. Хорош! Газу вперед, коксу вперед. Коксу. Ровно руль вперед, Вить. Вперед, пошли, коксу! Фух, блин. Стой. Пошли. Жесть. Вот это мы дали. Вот это экшен. Фух. Это я заехал в правильное место. Давай, тихо, едем. Снимаем отца Павла. У меня обувь низко. Едь. Едь потихоньку. Погоди, погоди, ехать. За Павлом едь. Там 80-ка не может никуда тронуться. Натяжку. Натяжку на первой. Да не, ну да поедем. Не, ну чётенько машина едет. Блокировки, шины, пилот. Переднюю бы еще, да? Все решает. Самоблок надо, да, вперед. Его очень не хватает. О, поехали. Поехали. Так. Ходу. Или ты в натяжку? Смотри, он мостом как цепляет. Да, все собирает. Мост здоровый. А, едет. А там Леня впереди, его тормозит. Нормальное рубило. То ржище уже светится, наверное. Да, не надо. Нормально. Леня, подносит. Все правильно. Жмем сколько можно, говорит. Ну красиво снимем. Да. Сумасшедший. И торжище, наверное, светится, судя по пробегу. Чуть перегрелось у нас это, но нам светят. А фары горят или нет? Нет, только шашки. Если сейчас шашки отключу, то все пройдет, вообще будет все нормально. Шашка просто под две лампочки. Такая нормальная покатуха сегодня, жесткая концовка, как обычно в темноте. Потом лазером видел, отбил. Да. Что я когда смотрю оффроуд, СПГ или другие движки, думаю, блин, они и близко так, наверное, не катаются. Да, конечно. Ну иногда, не всегда, иногда и у них хорошо. Ну, в основном, я как-то смотрел пару раз, так немного скучновато как-то. Ну на заправке разве там кто-то дрифтит? Нет. Целятся, наверное. Целятся, хоть и не стреляют. Давай, увеличивай скорость, чтобы не могли попасть. Учебная машина у нас. Застряли. Говорят, объезжай скорость, чтобы застряли. Блин, красиво мы как зашли. Красиво. Шашки отключить надо не так, там от провода надо отцеплять, да? Ракета.
неплохо, неплохо идем. Вроде да, тут дровами, наверное, напряженка. Красивое место. Город светится. За кем-то станели между ними. Она, это моя жена. Да, это моя фамилия. А назад мы туда не заедем? Не-не. Мне надо было за кем-то. Вот так нормально и вниз поедем сразу. Витя. Витя назад даже может ехать. Тут как-то меньше снега, да? Испугается организатор, что я не так. Да что ты, блин, кого ты слушаешь, блин? Сейчас вклепаешь Range Rover. Нормально стоял, все. Стой вот так, все. Витя. Ну, Range Rover, ты знаешь, сколько стоит? Сейчас я свет включу, подавай хотя бы. Видно тебе так, Range Rover? Я тебя освещаю. Все, стоим нормально. Витя, хорош. Хорош, двери не сможет филин открыть. Это жестяк. Мы на месте. Паркуемся. Да, да. У меня огурцы есть. Где беседка? Где? Кулек надо взять с едой, подожди. Андрюха, стой. Да подожди, не уходи, я боюсь, тут глухие места. Так, кулек с едой. Как-то он стал легче, но есть. Пошли, где беседка? Тут беседка как в сказке, короче. 12 маньяков, 12 машин у нас сегодня. Сейчас будут передавать привет бородачу лично. Фух, блин, класс, вот это рубило. Концовка была яркая. А где костер тут, где дрова? Такой лес с дровами. Такой лес с дровами. О, тут хорошее место. Беседочка в хорошем состоянии. Бутылки есть. На качелю, Криса? Крис, иди! Качеля есть, ё-моё. Тут вообще полный фарш. А вот гостевые лавочки. Да 3,5. Давай, садись. Блин, нормальное место. Только с дровами мы в таком лесу были, где много было дров, а тут нету их. Фотографироваться? В галстуке хоть выжить одну фото. Давай, попробуй. Козырек такой. Получился? Да. На. Вот на верхнюю нажмешь кнопку. Там где фотоаппарат нарисован. Непонятно, куда нажимать теперь, Руслан. Вверху, там где этот фотоаппарат нарисован. Уже ничего не нарисовано, что-то ночь какая-то вокруг. Вилка, а вилка, где есть вилка еще? Это Витина. Это Витина вилка. Давай, рассказывай, Крис. Святый отец. Слышишь? Да. Шутка такая. Едут два гудцовые. На бричка, да? Бричка. На возе и везут елки. Ну, это Новый год, на Новый год везут елки. И это самое. Витя, слушай. И останавливает их там девчонка и говорит, ребята, помогите, это самое, тут нужно помочь. Ну, хорошо. Я готова на все, что удобно, ребята, ну, только помогите. Даже готова что-то там купить от вас. Он так смотрит и говорит, знаешь что? Спасибо. Три сосны.
давай, бери себе. Она так смотрит, смотрит на этих двух гуцов на лошадке, говорит, ребята, согласна, но только лошадки отсосывать не буду. По-другому, давай я расскажу. Давай. Едет барышня такая, это самая, из Санкт-Петербурга в Буковель. А на какой машине? Ну, на Q7, и пробивает колесо. И стоит там, голосует, типа, едет два гуцула таких на лошади, это самое, везут дрова. Она останавливает, там, мужчины, помогите мне колесо поменять. Они такие подходят, по колесу постукал, она говорит, треминеты. Она такая, лошади сосать не буду. Руслан, висмікуй кільце і кидай. Кум Руслан висмікнув кільце і кинув. Пролунав оглушливий вибух. І лишилися ми вдвох. Я і фура з москалями на дорозі. Отец Павло бочит под вечір. Нормально. Я купил Где Крис? Давай я тебя ще засніму. А ну, світи на нього. Так давай что-то какую-то депутатскую задвиг. Дельфин уходит. Поехал. На разворот пошел. Так, поужинали, друзья. Сейчас будет экшен опять. Продолжение. Вся банда поехала. Все завелись. Мы прыгаем в легенду автопрома. После ужина, конечно, очень тяжело передвигаться. Ужин настолько был плотный, еще кулек еды нам достался в подарок. Нормально. Так что тут нам бояться нечего. Я пока ноги посушу. Суши ноги. Витя внутри. Сейчас я дверь закрою, подожди. Машина, блин, ну, нормально непроходимая, то надо ехать где-то ближе к концу. Да нет, все на надо. Накатанная колея. Да нет, все, мы нормально идем. Не, ну что, если новичок какой-нибудь. Не, если новичок, да, лучше дома на диване обсуждать. Да, ну, перестань. Обсуждать в чате. Комментарии. Комментарии. Ставить лайки. Не, да. Обязательно поставить колокольчик. Колокольчик, да.